Навесні організм виснажений після довгих зимових пасмурних днів. Не вистачає сонця та вітаміну Д. Як же його поповнювати? Дізнаватимемось від гостя, який прийшов до нашої студії. Це Ігор Фомічов, лікар-консультант незалежної лабораторії. Пан Ігор знає точно, що робити з нашим організмом, як поповнювати все, що недостає. Вітаємо вас, пане Ігоре. Окей, да. Добрый день, Юлия, добрый день все, кто нас слушает. Действительно, вопрос очень такой сложный на самом деле, потому что то, что касательно витамина D, на данный момент в медиа во всем мире, и в частности в медицинской и не в медицинской литературе, очень большой всплеск, информационный бум, и все посвящено буквально этому вопросу. То есть вот даже такой известный певец, как Монатик, и тот посвятил часть своего творчества как раз освещению вопроса по витамину D. Так. То есть на самом деле известно это достаточно давно. Ну, давайте так, чтобы не перегружать аудиторию какими-то лабораторными сложными вещами, мы все-таки какие-то моменты обозначим для того, чтобы ну, мы с вами понимали, о чем мы говорим, да, и люди, которые нас слушают, тоже бы разобрались уже более досконально в этом вопросе. То есть на самом деле витамин D, скорее он даже не витамин, он гормон. То есть в медицинской литературе его принято называть гормоном D, но поскольку мы отдаем дань традиции, мы говорим о том, что это все-таки витамин. То есть так привычнее, так люди понимают. Основная задача, он регулирует обмен кальция. То есть у нас в голове это всегда укладывается, недостаток витамина D – это хрупкие кости. То есть для того, чтобы этого не было, мы должны заботиться о том, чтобы витамин D у нас всегда был в организме в достаточном количестве. Как он у нас в организме образуется? Он проникает, скажем так, двумя путями. Да? То есть мы его можем поставлять в организм с пищей, с продуктами питания, либо с лекарственными препаратами, которые его будут содержать. И второй путь – это так называемый эндогенный или внутренний синтез. Это когда он образуется у нас в коже под воздействием ультрафиолета, солнечных лучей. То есть это два пути. И, по сути говоря, если мы будем говорить о каком-то недостатке витамина D, то мы должны понимать, в каком месте у нас сбой. Да? То есть это либо недостаток поступления, либо недостаток его синтеза. То есть только два таких основных пути, две основные проблемы, которые вот надо как-то потом решать. Пане Ігоре, а як дізнатися, чи в усіх є ота сама нестача вітаміна D? Я понял. Ну, единственный способ, как это можно сделать, это сходить в лабораторию, сдать анализ и посмотреть уровень своего витамина D. Це без болі, без ніяких абсолютно. Проблем? Абсолютно. Я думаю, що ніяких проблем нет. Це буде, ну, прошу прощения за такие интимные подробности, это будет внутривенная инъекция, то есть у вас возьмут немного крови, ее обследуют, но на самом деле это настолько распространенная технология, что, конечно, там болеть у вас при этом ничего не будет. Но информацию, которую получите вы и получит тот специалист, который будет ее интерпретировать, она достаточно важная. То есть, к сожалению, я хочу всех расстроить абсолютно, на территории Украины отмечается буквально тотальный дефицит витамина D. А чему так? У нас нібито сонячная країна, ну, більш-менш... Есть Да, вот на территории. Самом деле есть масса нюансов, которые в конечном итоге влияют на его уровень. Это и территориальное расположение государства. То есть считается, и это уже доказано и описано статистически, все, что севернее 35-й широты, при определенных обстоятельствах, а именно в период осень, поздняя осень, зима, ранняя весна, все очень плохо, солнечные лучи попадают на земную поверхность, то есть они как бы косо пролетают, и этого недостаточно для того, чтобы инсолировать вот как раз то необходимое количество витамина D, которое должно быть выработано. Плюс хронические заболевания, плюс у людей пожилого возраста это тоже проблемы, потому что у них кожа не так активно его уже начинает вырабатывать. То есть там есть масса нюансов, но, к сожалению, статистика такова, она общеукраинская, это порядка 92% в дефиците от общего населения. У нас есть в нашей лаборатории есть наша собственная статистика, которую мы делали на основании тех исследований, которые мы за все эти годы провели. Их достаточно много, там несколько десятков тысяч уже было людей обследовано. У нас то же самое. Мы в принципе, попадаем опять же в эти границы, о которых я сказал. То есть порядка 80-85% в недостатке. И еще плюс. Людина выходит из дома, и она сідає в автомобиль, приезжает в офис в офисе, из офиса выезжает уже темно. Ну, это среднестатистичная совершенно людина, которая просто не бывает. Я абсолютно согласен. Есть масса, как бы, опять же, исследований интересных, которые говорят, для того, чтобы получить суточную дозу витамина D, достаточно в некоторых местах, если это, опять же, ниже 35-й параллели, если это лето,
Достаточно порядка 10 минут находиться на солнце, но при этом вы должны понимать, что вы реально должны находиться в плавках, потому что вся ваша кожа, вся поверхность тела должна быть подвержена облучению солнечному для того, чтобы активно образовывался витамин D. Поэтому если мы, как люди цивилизованные, постоянно ходим в какой-то одежде, да, это длинные брюки, рубашка с длинным рукавом, не знаю, там шляпы, кепки, очки и так далее, все это мешает. То есть мешает вплоть до того, что обычное окно, за которым вы будете сидеть в солнечный день, оно не пропустит ультрафиолет. Ну, защищает скло. Мы боремся с заболеваниями кожи, мы боремся с раком. Каким образом? Да, мы пытаемся наносить на поверхность кожи какие-то кремы, которые будут препятствовать проникновению солнца. Обязательно. Так, лекари это рекомендуют, рекомендуют одно, а теперь смотрите, да, смотрите, какая ситуация. Любой крем с коэффициентом выше 8, он уже задерживает образование витамина D на 75%. То есть, нанося такой крем на кожу, загорая где-нибудь там на курорте, вы априори вы понимаете, что вы препятствуете нормальной выработке витамина D. У нас есть очень небольшой период времени. У нас есть лето, за которое мы должны насытить свой организм максимально. Если у нас это Так вот, залито? Да. У витамина D есть такая интересная особенность. Он может нарабатываться впрок. То есть он может нарабатываться в определенном количестве. Это количество потом депонируется в жировой ткани и в печени. И в зависимости от недостатка организм начинает потом активно это депо использовать. Поэтому, кстати, отсюда рождается такая вот рекомендация о том, что у людей тучных уровень витамина D тоже будет низкий. Они будут находиться на солнце достаточное количество. Они могут его принимать в виде препаратов. Но за счет того, что у них есть избыток жировой ткани, эта жировая ткань будет как бы впитывать этот витамин D и не давать ему возможности активно потом циркулировать в организме и выполнять, собственно говоря, ту роль, на которую мы рассчитываем. Пане Ігоре, а вистачить оцих 12 днів, переважно, які використовують люди для відпустки влітку? Ну, по сути говоря, если вы используете этот отпуск где-то на море, потом, ну, возможно, у каждого есть возможность там выехать, или не у каждого выехать куда-то на дачу, на огород там, и так далее. То есть я не говорю, что прям нужно там целый день на солнце под палящими лучами, в этом нет необходимости, потому что здесь, опять же, мы сталкиваемся с другой проблемой. Да? Угу. То есть мы подвергаем кожу излишнему облучению, это может в итоге вызвать раковые заболевания, не дай бог, но ожог уж как минимум. Да? То есть поэтому здесь должна быть какой-то баланс, такое разумное равновесие, поэтому отдохнули на море, приехали где-то там поработали. Возможно, летом есть возможность выйти куда-то просто там, я не знаю, снять футболку хотя бы, попытаться находиться на солнце. Для того, чтобы, да, чуть-чуть. Потому что с продуктами питания, к сожалению, он поступает, но он поступает в недостаточном количестве. То есть я вам приведу такой пример, ну, скажем так, из тех продуктов, которые доступны абсолютно всем, это сливочное масло, это субпродукты, печень и так далее, это яйца, которые все мы абсолютно любим. Утром яичница, либо яйца вкрутую, либо всмятку, как угодно. Одно яйцо содержит дозировку витамина D где-то 1/50 от необходимой суточной дозы. То есть для того, чтобы за счет яиц компенсировать суточную дозу, 50 штук, 50 там, от 30 штук. До 50. То есть, ну, это ж нереально, понятно? Звичайно, поэтому, так, соответственно, мы пытаемся либо находиться на солнце, либо, что наиболее эффективно и максимально, скажем так, часто используется в последнее время, это прием препаратов. Здесь нет ничего такого, скажем так, вредного или сверхъестественного. Я никого не хочу никакие фирмы рекомендовать, но на самом деле на рынке сейчас достаточно большое количество препаратов, которые содержат в себе витамин D в той или иной дозировке. Единственное, я хочу подчеркнуть, прежде чем вы будете принимать препарат, вы либо проконсультируетесь со специалистом, либо сходите в лабораторию и сдайте базовый уровень витамина D. Ну, чи він вам взагалі потрібен, так. И если у вас все нормально, то тогда как бы незачем его и компенсировать. Если есть дефицит, а он, скорее всего, будет, мы помним, 92% украинцев в дефиците, поэтому, ну, тогда уже всім нужно принимать препараты, и дальше уже как бы вы выбираете то, что вам как бы больше по душе, по деньгам, по производителю, по наименованию и так далее. Только единственная просьба — смотреть на дозировку, и обязательно, чтобы это был препарат комплексный, который будет содержать в себе, помимо витамина D, он должен обязательно содержать масла. Как правило, это оливковое масло, которое заключено в желатиновую капсулу, потому что витамин D, что он у нас? Он жирорастворимый. Поэтому без жира он как бы у нас в организме всасываться, к сожалению, не будет. Поэтому, ну так, вот как раз хотела запитати вас, пане Ігоре, а як
як же він краще може використовуватися. І якщо люди от зараз почують нашу програму і подумають, що ну, якщо такий відсоток, точно мені він потрібен, цей вітамін D, підуть купувати, так? Будуть вживати. Чи можна зробити собі гірше тим, що ви ось так будете вживати ну, вітаміни? Любой безконтрольний прийом любих препаратів, в тому числі вітамінних, це нехорошо. По витамину D единственное обнадеживающее это то, что передозировать его ну, крайне тяжело, скажем так. Поэтому были определенные исследования, люди, которые принимали в этих исследованиях участие, принимали достаточно большие дозировки этого витамина. И добиться той концентрации в сыворотке крови, которая считается токсической, крайне тяжело. Но в любом случае усердствовать в этом вопросе не нужно. То есть если есть рекомендация принимать определенное количество единиц, вы должны эту рекомендацию выдерживать. Единственное, там это идет корректировка, но это опять же должен делать доктор. В зависимости от вашего базового уровня, от наличия сопутствия патологии, ваших особенностей организма. Кстати, темнокожие люди плохо вырабатывают витамин D, потому что у них в коже много мелатонина. И мелатонин, он является естественным барьером для солнечных лучей. Поэтому как бы удар на себя солнце принимает, витамина D ничего не остается. Он не переходит в активную форму, и фактически он в организме отсутствует. Поэтому темнокожим рекомендуется где-то в 6-10 раз дольше находиться на солнце, для того, чтобы у них образовалось столько витамина D, сколько образуется у нас с вами, как у белокожих. Ничего себе, так? Да, тобто беленькі люди, да, особливо так, такі з такою шкірою ніжною-ніжною, їм можна менше часу менше, знаходитись на вулиці. У них це все быстрее происходит. Угу. А якщо пасмурна погода, то ну, ультрафіолет все одно є, все меньше одно треба все менше. Да. Так, його надо менше, немножко увеличивать время нахождения дольше. Знаходитись чуть-чуть. На вулиці, так? А як можна за такими показниками, просто звичайними, дивлячись на себе, на свій спосіб життя, дізнатися і визначити хоча б приблизно, що вам точно не вистачає вітаміну D? Ну, не йдучи до лабораторії. Да, от якщо не ходити в лабораторію, складновато, тому що організм у нас, в общем-то, нормально компенсує будь-яку ситуацію, і він достатньо довго тримає цю проблему, зв'язану з дефіцитом. І, к сожалению, люди об этом узнают в момент, наприклад, перелома. Это касается такой категории граждан, как пожилые люди уже такого достаточно серьезного возраста, так называемые низкоэнергетические переломы на фоне остеопороза. Это тоже связано в том числе и с недостатком витамина D. У людей, у которых есть проблемы с почками, у них однозначно будет недостаточность по витамину D. Потому что его может быть нормальное количество в проформе, то есть в неактивной. В почках находится фермент, который переводит его в активную форму, поэтому если почка страдает, страдает и конечный его продукт. Да? То есть витамин D будет недовырабатываться в активной форме. Ну, то есть какие-то такие нюансы, это об этом, наверное, больше укажут специалисты, если, в принципе, вы к ним обратитесь и посоветуетесь. Ну, любая, скажем так, давайте определимся. Есть определенные категории, которые действительно являются проблемными с точки зрения дефицита. Мы их сейчас постараемся перечислить. Первое. Это дети маленькие, которые находятся на грудном вскармливании. То есть мы ратуем за то, чтобы грудное вскармливание было, материнское молоко – это очень хорошо, но, к сожалению, в нем недостаточное количество витамина D, поэтому такие детки, которые находятся длительно на грудном вскармливании, должны получать дополнительно еще в виде препаратов, в виде добавок витамин D. Люди пожилого возраста, мы уже поговорили. Люди с хроническими заболеваниями обсудили, да, темнокожие обсудили. Люди с ожирением, это тоже проблема, потому что понятно, да, он уходит в депо оттуда. То есть вот такие вот категории, которые должны уже на это обращать более пристальное внимание и уже пытаться как-то эту ситуацию контролировать. А, пане Ігоре, мы выходим, от наша программа, как раз напередодні свята, так, и хочется побажати багатьом жінкам всего найкращого, так, всім, всім, не багатьом, всім абсолютно, чоловікам також. І скажіть, будь ласка, пане Ігоре, можливо, можливо, зараз якраз настав той час, коли жінці треба більше звертати увагу на себе, і, можливо, ви порадите, які ж треба аналізи складати, і саме для чого? Зараз ми вже дізналися, що вітамін D, так, це є проблеми, можливо, ще є якісь, які, окрім, вже зразу, якщо брати аналіз, то нехай візьмуть його обширним. Да, ну, на самом деле, как бы, конечно, не хотелось бы женщин поздравлять 8 марта с таким отличным весенним прекрасным праздником, рекомендую им посетить лабораторию. Але це здоров'я, ну, знаєте, да, все к сожалению, одно, это так, здоров'я. Да, это жизнь, да, и в принципе мы понимаем, что это необходимо в какой-то степени. Ну, витамин D однозначно, мы выходим из зимы, то есть мы как бы должны понимать, насколько опустошенными относительно витамина D мы выходим, это раз.
В остальном, ну, как бы я не буду оригинален, то есть мы должны всегда следить за состоянием сердца, сосуда, за состоянием нервной системы, поэтому уровень глюкозы определите, пожалуйста. Можно даже пойти дальше, уровень гликированного гемоглобина. Холестерин и фракции, и обмен жиров тоже надо посмотреть, потому что это все-таки влияет на частоту наших сосудов и на наши сердечные все вот эти вот дела, да, состояния. То есть есть какие-то определенные базовые такие вот анализы, которые надо сдавать. Сюда можно еще добавить, поскольку мы, к сожалению, находимся в условиях йододефицита украинцы тотального, угу, по всей территории, он умеренный, но он все-таки выраженный на всей территории, поэтому щитовидная железа, поэтому сдайте уровень тиреотропного гормона. Периодически у нас в лаборатории происходят акционные программы, поэтому об этом тоже нужно помнить, и вы можете просто подгадать время и сдать по нормальной, абсолютно такой приятной цене уровень тиреотропного гормона, угу, и понимать, что у вас щитовидная железа в порядке. Пане Ігоре, а ось с приводу дефициту йоду, чи може та сіль йодована замінити його якимось чином? Може. Ми, в принципі, доктора і рекомендують, що достатньо ввести в свій раціон якесь кількість йодированої солі, іменно йодированої, і цього буде... Морська. Ні? Морская, гималайская, йодированная. Сейчас достаточно много на рынке всяких вариантов. Вы можете использовать абсолютно любой, лишь бы там был йод. И этого количества, которое там будет содержаться, вам вполне хватит для того, чтобы обеспечить свой организм достаточным количеством йода, для того, чтобы он нормально функционировал в плане выработки гормонов щитовидной железы. Это... Ну, я думаю, сьогодні майже про все поговорили. Так, те найнеобхідніше, яке нам потрібно зараз, так, для нашого організму. І наостанок хочеться все ж почути такі загальні рекомендації від вас, як від лікаря, для усіх абсолютно людей. Весна, так? Весна – обтяжлива ситуація для нашого організму, бо це зима була, і вже тепер хочеться поповнювати свої сили. Будь ласка. Ну, смотрите, я всегда говорю о том, что весна – это всегда как бы природа расцветает. Мы получаем совершенно уникальную возможность есть все свежее, все вот сейчас оно начинает на рынке появляться, поэтому как бы не ограничивайте себя. Салаты, побольше овощей, побольше здоровой пищи, поменьше соли, поменьше сахара. И я считаю, что вот на этом фоне у вас все должно быть нормально. То есть зима с ее всеми депрессиями, со всем негативом, который там был в течение этой зимы, оно все уйдет. И весна как бы это возрождение новой жизни, мы всегда это расцениваем как подъем наших жизненных сил, поэтому давайте пользоваться этим моментом. Больше, да, энергии, конечно, так? Да. Ну и пользуясь случаем, я все-таки хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 марта, пожелать оставаться всегда очаровательными, красивыми, радовать мужчин, которые рядом с ними будут находиться, и пусть мужчины, которые находятся рядом с вами, вдохновляйте їх на те, щоб вони совершали маленькі або великі рицарські глупості в вашу честь. Супер, просто неймовірне побажання. Пане Ігоре, дуже приємно його чути саме від вас, від лікаря, так? І багато про що сьогодні поговорили, дізналися. І хочеться завершити на ось такому позитиві нашу сьогоднішню програму. Ми зустрінемося вже на наступному тижні о 13:30. Вмикайте телевізор і не вимикайте його, тому що канал відкритий, вам запропонує ще багато чого цікавого. До побачення. До свидання. We'll be right back.